Телевизор есть у каждой хаты. Покажут только одну программу. Эту. Поле чудес. И то только когда они дуют на антенну. Виолетта готовила селедку под шубой. А Виолетта плохо видит. И она вместо майонеза в селедку под шубой до места сам намазала. Ничего не было. Весь вечер играли большие гонки. Мы с женой никак не можем понять, как французы едят лягушек. Не, ну это вообще, я скажу. Тьфу! Радость какая-то. Мы с женой зашли в Париже в какой-то дорогущий, вонючий ресторан. Ну, решили подкультурному заказать. Заказали эту жабу. Заказали бутылку водки для храбрости. Выпили ее всю, заказали еще одну. Выпили ее всю. Я говорю, давай, Виолетта. Она на тебя смотрит. Хватай ее за жабры. Представь, что ты цапля. Ой, не могу. Я говорю, ей надо, надо. Французы говорят, что лягушатина напоминает по вкусу цыпленка. Он говорит, а нельзя нам заказать цыпленка? Да нахрен пусть он хоть и со вкусом лягушатины. Я на трассе видел, табличку было написано. Мело, молоко, творог, цемент, все вкусное. Самое смешное, новое объявление. Клеют под старый. А потом старый из-под новых вылезают. Если честно, честное слово, если прочитать целиком, как одно, можно сойти с ума. Продается девушка. Цвет мокрый асфальт, кабель недавно ощенился. Рекламы смешные по телевизору. Меня эти пугают. Средства от микробов для унитаза. Там такие страшные роши показывают. Ночью боюсь в туалет пойти. Реклама, конечно, раздражительная. Я когда смотрю рекламы, представляю себе, фантазирую. Хочешь сильных ощущений, съешь селедку с молоком. Моющие средства 100 в одном для мытья головы, ламината для нежной кожи век, растворяющие ржавчины, устраняющие накоть. Со вкусом манго и картофеля. Наши подгузники впитывают до 30 литров влаги, ребенок остается сухим, но с места сдвинуться не может. Рекламируют все, от мобили до собачьего корма. А вот мне интересно, кто определяет корм для собаки? Стало вкуснее. Покажите мне этого человека, кто определяет. Вот в газете читаю, ой, такие... И там тоже смешные. Египте нашли еще одну мумию, которая пролежала там несколько тысяч лет и теперь встала и обматерила всех и легла обратно. Найдено лекарство от всего. Только плати денежки. Масло из клюва суслика лечит насморка, согласие, смотря куда ты капаешь. Сенсация, бьют тревогу. Вслед за куриным гриппом появился свиной, а потом козлиный. Теперь уже обнаружены тараканий насморк, крысиный артрит и комариный геморрой. Обкурись и сдохни.